Вот, мы приехали в Шапке. Такая у нас небольшая команда. И мы собираемся на реку. Да, ну вот мы отправляемся делать майну. Видимо, сейчас где-то здесь будем ее долбать. Вот у нас странные рыбаки. Они вытащили на лед палатку и пытаются в ней зачем-то тусить рядом с машинами. Разожгли печку. Холодно, видно бедолагам. В общем, забавные ребята. Крябаем прорубь. Тоже майну. Как я понимаю, наш третий экипаж. Как правильно эта штука называется? Пила. Просто пила и все? Пойду. Очень хорошая пила, пойду. Да, я вижу. Прям такую большую квадратную, не треугольную. Что? Треугольная будет. Добрый день. Добрый день. Мы будем вручную пилить, Саша. Михаил. Это быстрее, чем... Да ладно. Серьезно. Саша. Я бы взял эту, свою бензопилу. Это быстрее. Да? Точно. И потом без масла. Привет. Павлик. Здравствуйте, Михаил. Вот это лопата. Я не знаю, по сути, хватит. Давай треугольничек делаем. Потом лучше. И лучики, давай, Павлик, пошел лучик. Прямо вперед. Не-не-не, один, вот в одну лопату можно. Можно и до сюда было бы доехать, толщины. Я не понял. Крутить? Можно. Придавливай сильнее. Да, мы не торопимся. Мы просто две половинки выйдем. Я понял. Другой рез сделать. А тут вот мелко, да? 10 метров. 10, а 10? Что ли еще? Это много или мало? Для такого озера, наверное, даже много, неожиданно. Здесь максимум 14 в этом карьере. А я не понял, а что там за лампу туда рекламировали какую-то, хотите на 40 метров кинуть? Диодную ленту. А чего она пытаться будет? Приезжаем на понтон. Ставим аккумулятор маленький. Делаем себе красоту. Ага, шиби машина, да. Да. Мороженое. Давай, Миша. Ну давай. Миша давно не был в зале. А поснимайте на нас. Да, такая микромайна получилась. Нас увеличим немножко, Денис. Да надо вы. Эту допилим. Что-то с баллонами влезть будет сложновато. Сейчас сначала вынем. Попробуем. Если что, ее пильнем еще. Ага. Надо раскачивать будет.
наверх надо как бы. Да, да. Сейчас. Ну, давайте, может, выпилим. Да, еще посередине пильнем. Ага. Раз. Все. Вот кашет пошел. Обойду. Ох, что такая лебедька. Да, удивительная прозрачность. А да. Что ты каждый раз без рыбы? Не ловишь здесь. А я что-то перестал. Рыба, говорит, мимо проплывает косяками, а сам тут... Надо было вам удочки взять. Чего удочки не взяли? Как бы вон лунки пропилили бы, сидели бы рыбачили. Давайте утопим. Раз. 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 Дети ноги. Дядя, все в воде. Я сказала, что тут много воды. Давайте ее так и оставим. Так. Еще бы немножко. Да, тяжело, да? Еще немножко, давайте. Надо ее вот эту. Ну, да вот сюда, давайте вот сюда потянем. Ага. Еще, еще. Пока не встало. Толкни. Есть. Хорошо, эти болтики видно. Да, да, да. Тут уже слон залезет. Чай попьем. Давайте протектор не жим. Хватает само еще. Пока переодеваемся, то да все, она, скорее всего, растаянет, эта шуба. Угу. На веревку привязан. А прозрак здесь какой примерно? Да по-разному. Бывает, на дне сидишь и видно майну спокойно. Круто. Ну, с десятки, да. Отсюда смотришь, такое впечатление, что здесь. Рукавицы поделаешь. Да. Они холодные. И добуры обычно заворачиваем в льдину вынутую, а не в лед. Потому что если лед тонкий, его водой снизу вымывает. Если там часа 4 плавать, то он потом бывает вынимается, когда он в лед тонкий. Поэтому в льдине. Ух, смотри, какой. Ух ты, Полинка, красивая. Красота. Не то слово. По чайку, по бутерброду, потом спокойно переоделись, пошли. Ага. Вторая пара. Когда держит порядка 2 тонн срезания, а если его чуть-чуть буквально, то его ломает. Не докрути. Если не докрути, да? Титановая. Ага. Это альпинистки? Титановая. Полезная. Да. Ледобур. В советское время их на судоверфи Ленинградской делали. Мы когда в город ходили, мы брали их с собой, потом со всякими чехами, немцами на Кавказе менялись на другую снарягу, которой у нас не было. То есть по всему миру ледобуры питерские вот эти были. Круто. Ну титан-то у нас ничего не стоил, а везде он всегда был. Да. Ну, по сумеркам красиво фонарик сбоку поставить, она вся будет таким куском огня. А, он такой прозрачный. А ты много баллонов брал? Я пару взял. Да. Зачем много? Да я у меня там это 120, я думаю, хватит. У меня пара есть, если что, могу дать. А, ну, посмотрим, как пойдет. Здесь надо на 8-12 метров ориентироваться. Ну, вообще, в принципе, больше. Да, если мокрые перчатки, думаю, больше 30 минут все равно не висит. Перчатки мокрые? Тогда можешь не париться, я думаю, что можешь идти со 120. Да мне хватало, вот я на Кабону ездил. Ну там сколько, 7 было максимально. Вода? Нет, глубина. Там эти затопленные полуторки. Ну, глубина тут не сильно. Конечно, влияет, но не так, на мой взгляд. Насколько влияет толщина перчаток, главное их сухость. Сколько у тебя на Неве при плюс 3
При плюс 3 на Неве, ну, больше 30 комфортно, минут. Комфортно, 30 уже... 30 пара, уже, пара уже тяжело, да. А на 40, я думаю, что у меня начнутся проблемы. Вот, это смотря какие, опять же, перчатки, конечно. Они разные. Надо это понимать. Да, выходит, тут не по воздуху, а по рукам. По крайней мере, у кого мокрые перчатки. Мы на самом деле даже технические погружения, да, с такими перчатками себе считаем, что комфортно было по температуре, больше даже не по газам. Угу. Газов часто хватает, а этого тепла. Ну вот я второй раз, вот, когда мы на цистерне, но я, наверное, минут 30 точно был под водой. Не знаю, потом еще сели на снегоходы, и я был в этих перчатках 6,5 миллиметров. Что там делать 30 минут на цистерне? А что-то ходили, два круга сделал, позаглядывал в эти. А там есть где ходить, но не на цистерне. Ну это то, что Чистяков предложил, я ездил. Понятно. Это мы, получается, без катушек пойдем, а просто на веревке. На бухте, которая свернута рядом, вот пункт ледяного. Да. Это айс-дайвинг. Веревка тоже альпинистская, так называемая статика, которая мало тянется. Сколько килограмм на разрыв? 1800. При падении груза, там, по-моему, с 1 метра или что-то. Короче, много. Машину можно выдергивать. Внутри еще, наверное, что-то. Такая тоненькая, видишь, печка. Когда много народу ездило, мы такой огромный шатер еще с газовой печкой стояли рядом. Вот по аналогично этому, только с газовой. Ну эти, да, это еще смешные ребята. Баня походная маленькая. Ну да, наверное, баня просто. Ну что тут шатер рыбакам-то ставить, вон машина стоит. 40 минут получилось, мы все это делали. Оперативно. Или не очень? Неспешно. У нас здесь вообще все лайтово, когда в Арктике наши биологи начали нырять. Там таким буром диаметром 60 сантиметров бурили лед на глубину 3 метра как минимум. И потом во всей снаряге в эту дырку протискивались, тянули катушку до следующей такой дырки. И что? Изучали подводный мир. Ага. А вниз 6000 метров. Прелесть какая. Там лед очень красивый, наверное. Метров. Можно до дна вот так вот оттолкнуться, достать ногами и потом обратно. И у них без жилетов, да. Да, суровые ребята. Нет, вот так вот, да, вы еще не ходили. Так я не ходил. Походу, для учебника СССР придется реально просто писать, потому что... Ну, что там у них пошло? Они по-немецки ныряют. Слушай, я просто карабином, по-моему, цеплял, насколько я помню, и все. Причем к этому, когда кольцо. Да, японцы надевали повязку с кругом на лоб и просто таранили. Да, таранили самолет, я знаю. Даже парашюты не брали. Пойдемте. Вот какой у нас стол тут накрыт интересный. Прям-таки на багажнике. Печка топится. Ну и кальян. Идет на запах колбасы. Ну что ж, сбора. Рыбак, сейчас будет тоже, вот, Миш, такой же уломку только делать. Не такую, но ну, всего одну. Вот это вот, крутилка такая же. Ага. Точно, чем больше одежды, тем лучше. Тигра. Да, лапищи большие. Теплые. Пожалуй, я сейчас не в самом лучшем виде. С перекошенным лицом. Как раз таки самое то. У нас сегодня мужики отмечают 8 марта. Да, точно. Да, в прошлый раз, когда я нырял под лед, у меня еще с плавучестью были проблемы. Как же я головой об него наударялся. Ты, ну что ж, выдвигаемся к майне. Будем купать наших ребят. Неповоротливый.
Ему грузов не надо, там два белых медведя у него на каждой ноге сидит. Заходи, ну, ты сама. О, тут еще лыжники. Ну, полный набор зимних видов отдыха. И катание на ватрушках. О, ты сам? Не знаю. Дальше сдвинуть его нельзя. Кстати, а петля не сильно затягивается, если тебя тянут? Не затягивается. Не затягивается? Как затянул, так и... Нет, просто если ты на ней повиснешь, например, или тебя будут тянуть... Не затянет. Не затянет, да? Мы столько народу выдергивали в последние годы по такой схеме. Не, ну вот я потом и спрашиваю. Не туго? Нормально. Просто удавка для меня это самое. Удивительно. Я думал, знаешь, какой-нибудь беседочный, как он там еще называется, этот узел. Булинь? Да, булинь, точно. А тут удавка. Вот это меня удивило. Такой МЧСовский вариант. Ты команду надо повторять? Один окей. Два снизу. Снизу ослабь веревку. Два сверху поверь воздух. Три сверху кончилась веревка. Да. Три снизу возвращаюсь. Если много раз, тогда вытаскиваюсь. Саша, команду знаешь? Один раз окей, два раза проверь газ. Сверху. Да. Три раза кончилась веревка. Сверху три раза кончилась веревка, три раза снизу. Денис, о, давай договоримся, ты будешь немножко впереди. Хорошо. Чтобы я тебя видел. Ладненько. Еще момент. Идете параллельно, ну там чуть впереди. Старайтесь светить обоими фонарями в одну точку. Угу. Вот рядом буквально, да. Чтобы в поле зрения каждого был свет обоих. Чтобы мне не поворачиваться, я видел все время, что ты как бы идешь, понимаешь? Да. То есть он светит перед собой, там, допустим, чуть левее, ты перед собой чуть правее. Угу. Туда, допустим. Если тебе надо сделать этой рукой, на которой фонарь, берешь правую руку, а этой рукой делается. Фонарь светит туда. Ну, это совсем правильно. Есть чем помочь? Не, я сажусь, у вас ума не найдет. Вот где надо помочь. Кроссовки мои. Да я еще. Ой, Павел, держи меня. Что, я... пойти? Все. Веревку. А, на вытяну. Вытяни, вытяни руку. Небольшое провисание. Ну, тут вариация. Два раза достаточно. И фонарь отдельно уже в скобу. Все. Поворот не включается. Аккуратненько там, не забывай, тебе семья ждет. По времени, я думаю, полчаса больше не надо. Что с костюмом делать, помнишь, Саша? Что? Открыть, погрузиться. Закрыть, обожмет, да. Подкачаться. Вот, наверх пойдешь, открыть костюм. Проще наверх идти с открытым. Замерзнуть не успеешь. Ну что, можно погружаться пока? Подожди. Так, нет, чтобы боты купить. Так, в кроссовках ныряют. Ну. Не ныряй. Они, правда, специальные. Нет, они не специальные. Не говори никому, никто все равно не поймет. Давай. Вот, ага. Я потом в воде промою. А что, падай под лед, там уже есть. Опа. Ну что, в ту сторону? Туда? Все равно. Ту сторону, за мной. Туда мельче будет, туда поглубже, ага, будет. Я думаю, что на дно падайте и там погуляете. Хорошо.
Я вот хотел бы еще обязательно погулять на фонарь. Да. Где? Давай, снимай. Проверяет, наверное. Один проверяет. Ну, оно круглогодично примерно одинаково. А вот поверхность нет. Костюм не открыл. Саш, костюм, открой, сделал уже. Ну все. Все, так прозрачно. Удачи. Девочки. О, веревочка пошла. О, пузырики. Красота какая. У тебя кто? Денис? Да. Миша? У тебя Денис, да? Ну лучше не со стороны веревки, Павлик. Паш, иди сюда. Коленки не вставай, пожалуйста, мама. Просто краешек объектив туда засунь. А что они туда лазать тоже пошли? Ну они еще там осваиваются. Миша, у тебя веревка свободна? Держу тебя. Нет? Да, немножко. Ну чуть-чуть совсем. Один тут пролетел. О, что-то он вышел, он вылезает. А, с плавучестью проблемы. Ты хоть всю сторону снимаешь? Льет. Ты не тубы держишь, нормально? А. Такие пузырьки. Первый замер в пальце. Денис, ты в порядке? Да, можно я поплаваю? Давай, давай, все нормально. Все, сейчас тогда отправляем, Миша, дальше. Ага, сейчас держи. Ты все помни дико. Фонариком. Ну. Я тут увлекся чуть-чуть, извините. Насос видел? Вот. Сейчас Миша его будет искать. Да. Потом вот второй раз я пошел, смотрел, нифига не найти. Казалось, что это коряга. Не, насос, там шланг и вот такая вот. Миша без хабара не ныряет. Не, она сначала вроде падаешь. А потом она як падает. А что там? Оригинально. Пойду. Что там? Тахикардия такая. Играть погружение. А, да, забавно. Тахикардия. Да. Потом я когда один уже более-менее. А когда с ним, ты сплыл. Ну ладно, я пошел за тобой. Максимум 10. Вверх-вниз. 48 минут. Thank you.
Don't stop. Thank you.
Thank you.